Приветствую вас на канале AsmodeePlay. Мы продолжаем играть Готика 3. Давайте загрузим. Где у нас 12-й день? Так, 12-й. Вот 12-й, 12-й. Ну, вот это, наверное, давайте. Будем смотреть, что у нас там выходит. Итак, у нас получается о концовке. Как я говорил, что за орков играешь, ты, получается, Диего у тебя казначеем становится. Ты там правителем каким-то ли месть свою совершит, там короля убьют или что-то в этом роде. Если играете за повстанцев, я буду уже королем всей этой Миртаны. Или не Миртаны, как что-то за государство, я уж не помню. Вот. И что будет? Диего станет там у ассасинов самым главным, там, типа шейха. В общем, разница небольшая, вот она небольшая. Он все равно будет богатый, потому что жилка у него есть. Привет. А, я тебя знаю. Я тебя уже встречал. Что-то не припомню. Я видел тебя во сне. Ты был один и сражался. И хорошо сражался. Ты убил множество врагов. Что еще ты знаешь обо мне? Твое будущее туманно. Тебе предстоит принять много решений. Ты не такой, как другие Мора. Ты важен? Объясни подробнее. Успокойся. Твоя история еще не написана, поэтому я и не могу ее увидеть. Кто здесь самый главный? Великий полководец Умбрак. По всему свету гремит слава о его подвигах. Где мне найти этого великого полководца? Его трон стоит в самом высоком здании этого города, чужак. Какие задачи ты здесь выполняешь? Я служу нашему вождю своей мудростью и прозорливостью. Понимаю, ты его советник. Я ищу Ксардоса. Тогда тебе предстоит долгий путь. Его башня в Нордморе, далеко на востоке отсюда. Это мы тоже знаем. Кстати, там еще есть третье окончание за Ксардоса. Это мы уйдем. Вот я за Ксардоса буду. Бросим всех и там посмотрим, что будет. Научи меня своему знанию. Ха! Морра, который интересуется знаниями шаманов? Согласен, в них есть своя прелесть. Хорошо, я поделюсь знаниями, если тебя примет Умбрак, наш великий полководец. Если Умбрак отнесется к тебе с уважением, то и я поступлю так же. Понятно. Покажи мне свой товар. Так, давайте-ка я вот это возьму. Так, это мне не надо. Ну, я, кстати, еще растения возьму. Да и хрен с ним. Баланс. Сделка. Закрыть. Сундук. Меня твой не интересует. Тут что-то об алхимии. Так, наемник орков. Я, кстати, одного орка увел туда. Повстанцам вот там хреначили. Все, идем на арену. Ну-ка. Ну-ка, ты чего ухмыляешься? Кто? Так. Сходи к шаману Громпа. Ты тут не самое большое светило, так ведь? Тебе нужны факелы, Мора. Проехали. Так, ладно. Блин, я думал, может, с него что-то поиметь. Так, подождите. Где у меня? Вот, сохранилка. Сохранялка, подождите, сохранюсь. Схожу-ка я вот сюда.
Это мы потом. Знаете, мне груши, яблоки нахрен здесь не нужны. Там у меня вроде бы ничего нету. Их потом захреначить просто на арене. Что мы сделаем? Так, подождите, сохранюсь. Я помню, что меч подобрал. Там миссия кого-то есть. Меч вернуть. Это твоя арена? Ты хочешь бороться, Мора? Кто правит вашим городом? Наш правитель Умбрак. Но я не уверен, что у него будет время для тебя. Он всегда очень занят. Позволь мне драться на твоей арене. Иди, борись. Ярок ждет тебя. Так, против Ярока мы используем секиру. Блин, мимо. Я что-то не понял, что ты меня отравил, что ли? Ну-ка. Нет, не это. Вот это. Давай-ка. На. Ух, мои кости. Ты ведь хороший воин на арене, не так ли? Лучший. Мне может понадобиться сильная рука при зачистке окрестностей. С чего это я должен тебе помогать? Я хорошо тебе заплачу. У меня есть идеи получше. Давай. Покажи мне, что ты умеешь драться. И тогда я пойду с тобой охотиться на монстров. Сойдет. Ради бараку я поднимусь с тобой на арену. Хорошо дрался, Мора. Это было слишком легко. Дай мне сильного борца. Это Ярул. Он сильный. Иди, борись с ним. Так. А вот против него мы уже будем использовать меч и щит. Никто не может побить. Так. Давайте. Блин, не то опять. Вот оно. И опаньки. Мы еще поквитаемся. Это он быстро проснулся нахрен. Ладно, в его пещере мы побывали, уже все, что надо, взяли. Кто твой лучший воин? Хвостун! Мы с удовольствием посмотрим на это. Трампак раскроит твою пустую черепушку, если ты вызовешь его на этот... Поединок. Конечно, да без проблем. Еще посмотрим. Черт, Мора, да ты хороший боец. А ты-то думал? Дай мне своего самого лучшего бойца. Трампака?
Сейчас получишь. Поднимайся на арену. Он ждет тебя. Так, против него возьмем секиру. Да, такие хорошие бои здесь редко. Ты знаешь свое дело, Мора. Конечно. Так, ладно. Теперь ты пойдешь со мной? Ты победил меня. Я буду сражаться на твоей стороне. Так. Мы потом посмотрим по умениям, что мне лучше прокачивать. Так. Что случилось? Отдыхай. Итак, по умениям, что мы имеем? Боец на двух клинках, мастер двух клинков — это ассасины. Убийца орков. Герой получает дополнительный ущерб оркам в ближнем бою, это меня не интересует. А тяжелое оружие можно прокачать у орков. Это только у орков, по-моему, качается это. Вот паладин и восстановление тела героя лечит раны даже не во время отдыха. Это я хрен его знает. Мастер боевым посохом — это у животных. Друид, маг огня, маг воды, темный маг — это уже у Ксардос. И восстановление маны. Я даже не знаю, как это, у кого можно. Это вот яд, это опять и... Вот. Жаре. Сопротивление слабости, сопротивление яду. Я даже не знаю, где качать отравленный. Ну, это потом посмотрим, где. Может, где-то и... Так, взлом невозможных замков. Виртуозная кража. Мастер-вор. Ну и ковка чистой руды. Я уже даже тоже не помню, кто там может меня научить, ну и ладно. Так, мне нужна... О! Так. Да не, да нет, да нет же, это не сработает. Нет, не, нет, это не, да нет, это не сработает. Нет, это не сработает. Нет. Это не сработает. Да, это не... Нет. Да нет же. Давай. Столько алибардов собирал. Это не сработает. Да нет же. Нет. Так. Ну, это мы посмотрим еще, как будем качать. А по магии, кому мы за Белиара? Так, благословение оружия. Вот огненный дождь очень хорошо. Но тут армия тьмы. Ну, блин, это надо артефакты собирать. Либо те, либо другие. Так что давайте по порядочку. Нет времени, я в карауле. Все нормально? Стою здесь уже несколько дней. Есть хочу. Хочу жареного мяса. 5 кусков. Я принес тебе мясо. Давай сюда. Вот тебе золото. Да нахрен мне твое золото, блин. В жопу его себе засунь. Так, у этих что-то забрать можно. Ой, Стэн. Как дела? Скверно. Что у тебя не так? Рыба, рыба. Всегда рыба. Я больше не могу видеть эти вонючие штуки. Как продвигается рыбный бизнес? Плохо. Мы рыбачим как чокнутые. Постоянно приходит караван и забирает эту вонючую рыбу. Мы еле-еле успеваем. Так. Бочка с рыбой.
Блин, насколько их надо? Я так уверен, что куда-то тут надо рыбу тащить, блин. Никаких глуп. Займись хоть чем-нибудь полезным. Так. Оставь меня. Вроде все бочки, да, собрал? Давай, поговорим с тобой. Не дергайся здесь. А, не ты. Понял? Твою мать-то. Где у вас тут? Главный-то нахуй. Ты работаешь здесь рыбаком? Весь день и вечером тоже. Ночью я могу немного поспать. Что-нибудь еще? Я абсолютно ничего не добился. Работаю, не покладая рук. А работы еще столько, что хоть беги. Тебе нужна помощь? Все эти рыбные бочки нужно отнести на мельницу. Я, короче, в одно место понесу и бочки, и шкуры, и отнести их туда. Где находится мельница? Иди вдоль реки, в северном направлении. Там ты ее и найдешь. Покажи. Что у тебя есть? Отстрел. Неплохо. От холода отстрел. Выносливость, сила. Это меня не интересует. Вот это вот интересует. Вот это. Ну, хрен все. Давай посох мага. У меня посоха мага, я не знаю, есть. Этого не может быть. Опять на одного рыбака меньше. Может быть, это как-то связано с теми странными шныгами? Ты сказал шныги? На другом берегу реки, на юге, поселилось целое стадо этих самых шныгов. Вот. С тех пор, как они там появились, здесь происходят странные вещи. Рыбы сходят с ума. Рыбаки исчезают. В полдень. Если б не эта чертова вахта, я бы сам занялся этим делом. Со странными шныгами покончено. Очень хорошо. Что ж, значит, можно возвращаться на вахту. Вот, возьми за хорошую новость. Вот так вот по дороге убил. Так, а мне куда надо, вниз или вверх по течению там, блин? Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Только что записывал, блин, этот. Это вот шныги вот эти странные. Записывал Бондикар он или Бондикар, как он нахрен называется-то. И думал, так же сейчас это пропрыгаю. На мельницу, ладно, давайте вдоль реки пойдем. Шныги. Странные, а вот они, странные шныги. Взять все. Взять все. Сохраниться не забыть. На. Блин, как ты взялся-то? Откуда ты взялся?
Ладно. А, вон она меняется, наверное, да? Потому что я не помню этот момент, честно скажу. Я помню избушку там, потому что охотишься там. Всякой хренью занимаешься. Так, это можно прийти сюда. Потом туда подойдем. Взять все. Так, тут на кого-то охотиться можно было, я точно помню. Сохраняемся, сейчас на бизонов поохотимся. Взять все. Так-то да, они стадом все нападут, охренеть. Так. Да где, мать его? Я тут был, что ли? Не помню. И неудивительно, несколько дней все-таки прошло. Если не неделька. Так. И носороги тут уже дохлые. Так, подождите-ка. Отнести на мельницу. Где-то мельница-то вот. Нужно взять все. Взять все. На мельнице. Кто-то где-то должен быть, правильно? Так, что у нас здесь? Блин.
Блинский! Вот сюда. На. Нифига. Да тихо ты. Так, вниз. Вот. На. Ё-моё. Собирай с них всё. Вот так. Давай. Блин. Сейчас пещерку зачистим. Тогда. Есть здесь кто? Ржавый меч. Да ём твою мать, так тут есть кто-то или нет? Мельница. О, мельница. Да, действительно, у реки. Так. Нашли мельницу. Господи, да она вот стояла-то нахрен у этих, у города. А я пошел блудить. А что здесь хранится? Дрова, рыба и пушнина. Сильден снабжает ими всю округу. Что ты тут делаешь? Я кладовщик. Меня зовут Дивер. Я собираю и готовлю к отправке товары, которые караваны доставляют в окрестные города. Тебе нужно еще что-нибудь? Если найдешь товары, готовые к отправке, то принеси их мне.
Когда прибудет следующий караван, я должен быть готов к отгрузке. Ага. Вот и дрова. Хорошо, давай сюда. Было бы неплохо, если бы ты принес и остальное. Мне нужно 10 штабелей. А, еще не все. Я принес пушнину от охотников. Хорошо, давай сюда. Вот тебе золото. Отнеси золото охотникам. Только не мешкай с этим, иначе они разозлятся. Я принесу рыбу. Спасибо, но здесь меньше 8 бочек. Иди, принеси остальные. Это что, мельница? Да, была когда-то. С тех пор, как здесь появились орки, она используется как склад. Так, ладно. Короче, только пушнину мы забрали нормально. Я не знаю, малыш. С тех пор, как я не могу работать кузнецом, я нигде не могу найти себе места. В чем твоя проблема? Я где-то потерял свой любимый кузнечный молот и не могу его найти. Думаешь, я помню, где я его оставил? Если увидишь мой кузнечный молот, принеси его мне, понял? Я нашел твой молот на арене. Отлично, малыш. Наконец-то я опять смогу заняться кузнечным делом. Ты мог? Если бы я снова нашел работу кузнеца... Понятно. Понятно. Короче, надо ему работу дать. Барт. Тебе нечего... Не суй свой нос куда не прутит. Не выделывайся здесь, понял? Твою мать. Что случилось? Утомился. В чем дело? Чего ты хочешь? Тебе нечем заняться. Я стражник, но моя алебарда пропала. Без алебарды нет стражника. Понятно, где та алебарда? Она, кстати, блин, где-то недалеко, если я... Он тварь ее зашвырнул куда-то специально. Дрова, мне нужны дрова. Ищем. Стой. Я уверен, что у тебя еще есть дела. Иди отсюда. Никаких глупостей, ясно? Так. Теперь за рыбой. Давай, за рыбой. Твою мать, а где уж? Я уж забыл нахрен, где у него алебарда-то. Ну-ка. Что случилось? Да ни хрена. Выходим, алебарда его.
Нет, она не должна быть здесь. Эта тварь специально ее где-то скинул. Только я не помню где. Ладно, посмотрим. Сейчас мне надо за рыбой, да по поводу кузнечного дела узнать. Не понял. Еще во, вот они. У тебя наверняка есть незаконченные дела. Эй, да кто ты такой? Я Хатлот. Я здешний кораблестроитель. Ну, лучше сказать, бывший Что произошло? Оглянись по сторонам. Эти проклятые орки погубили мне все дело. В довершение всего я еще и потерял свой инструмент. Как ты относишься к оркам? Проклятая банда. Надеюсь, им кто-нибудь однажды покажет. Надо говорить потише. Я их не трогаю, а они не трогают меня. Только спроса на лодки больше нет. Орки теперь не разрешают строить большие суда. Почему? Откуда мне знать? Но у тебя здесь полным-полно инструментов. Это все не те. Этим инструментом работал еще мой прадед. Проклятые руины. Что именно случилось с твоими инструментами? Дело было так. Я вышел проверить новую лодку. Вдруг, бабах, и лодка тю-тю, была и нету. Я едва успел выскочить на берег. А при чем здесь твои инструменты? Они были при мне. Я же говорю, я проверял лодку. На меня набросились две твари. Они чуть не разорвали меня в клочья. Я швырнул в них инструменты. Мне еще повезло. Расскажи мне об этих тварях. Первый был Шнык. Мерзкое чудовище. Берегись его когтей. А другая тварь? Второй был Варан. Так же мне повезло, что я швырял их прямо им в пасти. И вот я стою здесь. Жаль, у меня много работы с моей новой лодкой. Что? Понятно. Я корабельщик, а не гладиатор. Был бы я бойцом, дрался бы на арене. Какие руины? Ты что, слепой? Смотри, вон там, на море. Когда-то здесь была крепость Паладин. Потом люди из Трелиса запрудили реку и превратили ее в озеро. Наверняка это были какие-нибудь безумные маги. Хлюп, и не стала крепость. Да, как же мы хохотали, когда из нового озера вдруг показались жестянки. А теперь остатки крепости угрожают лодкам. У этих руин уже затонуло несколько лодок. Трелис, а где это? Это крепость к югу отсюда. Иди вдоль озера на юг, а потом вниз по реке. Иди, там не заблудишься. А что стало с паладинами? Они были очень недовольны. Потом король выделил им крепость возле Готы. Не знаю, что с ними стало. Как? Ну, Готу я уже нашел. Отлично. Сразу приходи сюда, как найдешь их. Что я за это? Думаю, у меня еще найдется пара золотых. Хороший вопрос. Эти две твари, озеро, которые напали на меня... Надеюсь, они сдохнут от моих инструментов. Твой дед? Да, это был тот еще вояка. Обосновался здесь, привез сюда корабельное искусство и инструмент. Очень уж им хорошо и удобно работать. А. Давайте смотреть. Где этот инструмент? Так, вот вараны.
больной варан. Ну-ка, тихо. Вот первые инструменты. Блин. На. Так. Много еще осталось. Да где-то там она. Так, это мы куда смотрим? Гельдерн какой-то. Молочный. Нет, мне надо вокруг озера идти. И смотрим, смотрим. Целебные травы нужны всем. Так, так, так. Так, где ты? Твою мать, только не говори, что ты там. Ой-ой-ой-ой. Ну-ка, домик. Где же ты, где? Ныга. Ладно. Но она, кстати, может быть там у него на берегу. А вон там, я не помню, что-то есть у них, нет? Вот они. Где-то вот одна из них. Так. Так, забираем. Ну вот молот. Взять все. Так, подождите, подождите.
Где вы? Блин, ладно. Взять все. Так, надо сейчас. Да подожди ты. Да стой. Тихо. Ух, елись, блин. Давай. И берем все. И подождите. Ой, не то. Вот так. Так. Обучать. Смотри, я все нашел. Спасибо, друг мой. Наконец-то я вновь смогу взяться за дело. Вот обещанная награда. Сразу все, не трать. Ты не можешь мне еще кое-чем помочь? Что? О чем ты толкуешь? Ну, в общем, это не такой уж я и хороший корабельщик. Потому-то орки и позволяют мне работать. И что, объяснить тебе, как построить лодку? Нет, конечно же нет. Но если тебе встретится кто-нибудь, то в убытке не останешься. Принеси мне что-нибудь, что поможет мне лучше строить лодки. И клянусь своим прадедом, ты будешь щедро вознагражден. Щедро, говоришь? Хорошо. Ты не подскажешь, где искать? Знал бы я, сам бы давно пошел. Но в Миртане ты вряд ли что-то найдешь. Орки потрудились основательно. Я бы, наверное, попробовал поискать на юге. На юге, так на юге. Так. Так, мы идем сейчас на мельницу относить то, что не донесли. Будет еще хуже. Вот твой заказ. А, бочки с рыбой. Отлично. Вот твоя награда. Вот и дрова. Хорошо, давай сюда. Было бы неплохо, если... Лёх, не хватает дров. Твою мать. Рано или поздно это закончится. Трех дров не хватает. Я не хочу неприятностей.
действительно думаешь? И что? За это они арестовали тебя? Что ты сказал? Добро пожаловать в тюрьму. Этот лагерь вовсе не похож на тюрьму. Не обольщайся открытыми палисадами, брат. Орки следят здесь за каждым шагом людей. Как ты сюда попал? Я пытался украсть огненный кубок из сундука одного орка. Ну, уже интересно. Меня, естественно, поймали. Поэтому я здесь, в Кталашке. Расскажи мне больше об... Я не так много о нем знаю. Орки отобрали у меня кубок, а потом он хранился у Сапотека. Я не знаю, хранится ли он по-прежнему в доме Сапотека. Почему бы тебе не сбежать? А куда? Единственный шанс ускользнуть от орочих патрулей — уйти на север. Но в тамошних лесах слишком уж опасно. Много диких зверей. Предпочитаешь быть рабом, нежели рискнуть? Ерунда. Я просто говорю, что побег ничего не изменит. Некоторые уже сбежали, но далеко не ушли. Мы должны победить орков, брат! Твоим ребятам нужно еще что-нибудь? С тех пор, как сбежало несколько рабов, орки озлоблены. Они морят нас голодом в наказание. Я принесу вам что-нибудь поесть. Спасибо. Сходи в город к повару Гамбалю. Он снабжает орков жареным мясом. Скажи ему, что мы умираем с голоду. Я принес вам жареное мясо. Спасибо тебе. Теперь мы не умрем с голоду. Я принес вам несколько напитков. Тогда слушай меня внимательно. Я знаю, что орки хранят большие запасы оружия в главном доме. Нам нужно не менее 5 связок оружия, брат. Я принес вам оружие. Хорошо. Тогда подай нам знак, когда нужно начать бой. Вступи в битву с орками, а мы поможем тебе. Так, ладно. Продолжаем искать дрова. 3 штуки. Давай, давай, давай. Нам только этого еще не хватало. И будет еще хуже. Что-то я понять не могу, где дрова-то еще? Да что такого может случиться? Ну, просто подожди. Так, на крыше дома нету. Реально, блин, а где вы? Так. Там мой демон стоит. Так, ну-ка тихо там. Ну-ка, может, вот этот заставит? Надо, кстати, сходить рабов убить. Давайте до этих добегу, до охотников. А может, в другом месте надо собрать эти дрова?
три штуки где-нибудь в лесу, не знаю, лежат там. Так. Блин, хотел тебе. Хорошенько навалять. А, мы идем к охотникам. Зарезал, мясо не взял. Как некрасиво. Я хочу охот... Хорошая идея. Скажи мне, когда будешь готов, и мы начнем. Тогда выключи. Ваши ящики со шкурами я отдал Гивис. Отлично, ты кое на что годишься. А теперь давайте мне... Вот, ровно 1500 золотых. Ты честный человек. Что тут еще? Вот твоя доля. У тебя для меня еще что-нибудь есть? Для такого человека могу научить тебя охотиться. Расскажи мне... Так, ладно. Так. Блин, где дрова искать, правда, не знаю. Давай. Я вроде всех перебил таких. А вон там в пещере, я не помню, был я, не был. Отсюда эти вонючие твари. На. Ну ты ему показал. Твоя песенка спета, тварь. Да я уже все. И это все? По-видимому, да. Жаль. Ну да ладно. Если захочешь... Про охоту, ну-ка давай расскажи мне об охоте. Тоже. Понятненько. Рысь. Надо потом узнать про рысь поподробнее. Так. Дальше горы. Ну, кстати, на этих горах там можно просто полазить. Там эти монахи живут, кто они там? Друиды. Есть миссия убить друидов, а можно обучиться посохом владеть. Может, они чему и научат. Тихо. Взять все. Взять все. Да где ты хрипишь?
А, вон. Стреляем наугад. Вот так. Так, подождите-ка, надо вот эту пещерку-то тоже сейчас. Ну ладно, я думаю, на этом все, пойду сам дрова искать тогда. Надо найти дрова. Взять все. Соленья взять все. Охренеть. Откуда-то сзади появились. Так, а я же хотел в этот. Туда, в пещерку сходить. Посмотреть, что там. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Понятненько. Давайте. На. Взять все, взять все, взять. Оп. Мне вообще не то. Сломано. Открываем. Адские грибы. А нехрен было. Все, на этом все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Увидимся в следующем видео. Пока!